Напомню всем, что спонсором данного видеоролика является мой же инстаграм-канал hard.inst. Заходи. А если хочешь знать, когда стримы и все остальное, подписывайся на наш телеграм-канал Hard Insight. Hard пробел Insight. Два английских слова. Вот или вот здесь тот ссылочка, вот внизу в описании, смотри. Эть, вот она. Шо, 17 тысяч лайков, ёпта. 25 тысяч у нас, кстати, рекорд онлайна. Ну да, да. Теперь все заранее буду планировать. Теперь прям за неделю. Хотите, буду запланированный стрим делать? Я могу. Так, фан-кубы. Вот Балтимор, очень хочу посмотреть. Очень давно не видел, ну как? Бля, откуда это? Откуда? Блин, откуда эта музыка? Откуда? Быстрее. Из какого-то великолепного, по-моему, аниме. Вот больше, чем жиза сказать, вот ничего не сказать. Знаешь, когда ты такой, на серьезных щах, идут какие-нибудь, знаешь, молодые, там какой-нибудь трек прикольный там слушают, такой, чс, говно, ёпта. В тачку сел, окошечки закрыл. Как у нас этот, блядь, Олег наш, Fresh 13 MC на Твиче. Он говорит, захотел послушать что-то, по-моему, руки вверх. А у него, ну вы знаете, да, кто такой Олег, блядь? Блядь, там явно у него типаж немного другой. Говорит, я окошечки закрыл в Pussy Hunter. На всю, говорит, включил, послушал, и окна потом открыл и еду. Там опять рок играет, знаешь, там это... Мото-тема, все дела, блядь. Сука, жиза, блядь! У меня такая же херня, говно какое-нибудь хочешь старое послушать? Окошечки раз. Лючочек закрыл на крыше. Так что, если еду с закрытыми стеклами, знайте, слушаю какую-нибудь хуйню старую. Китти. Not working. Билли. No. Кис. Oh, this cat is Russian. Блядь, да как это работает? Бля, вот это, кстати, слышу, вообще крипово. Так вечером можно и подобосраться немножко. Ну, не немножко, а нормально. Ищешь самые интересные приколы? Я уже нашел, ёпта. Это, я знаете, что хотел сказать? Там же Battletoads, да, новые вышли? Слышите, чат? Там эти, помните Battletoads? Это же вообще олдскульная игра, ёпта, у меня на Денди она была еще. На Денди сейчас все такие. Кто 2000 года рождения? Что? На каком Денди, блядь? Да я реально Battletoads, этот ремастер вышел. Может мне с кем-нибудь зарубиться у него? Подписывайся на канал Hard Games, давай прохождение сделаем. 100. Там как раз на двоих. Чё, блядь? Сломался. Ну, прикольный, кстати, кошак. Чё, блядь? Какая кошка? Дефолт. Это какой-то фильтр, то ли в инсте, то ли еще где-то. Журналистов. Почему бы нет? Они обычно в конце задают вопрос. Что... Дрочишь? Запомните. Вот запомните. Вот когда вы вот такие вещи делаете с кошаком, он никогда... Это не забудет. Я не знаю, что вы там в чате делаете, короче. Но вы мне уже два раза сломали, мать его, чат. И это абсолютный рекорд стримов.
Вы реально, блядь, чат не ломаете. Запомните, если кот даже спокоен и не мяукает, он, сука, явно что-то задумал. 100%. Ждите где-нибудь какой-нибудь подставы. Чувак, ты думал, что ты здесь будет? О, нет. Тебя валяет на голову, даже Антон, спасибо. Чувствую. Спасибо, закрывай, ребят, за спонсор. Закрывай видео, иди нахуй. Друг крутой. А ты лоханулся, сука. А, блядь. У Курского вокзала стою я молодой. Что это за порода? Пудель, что ли? Подайте Христа ради, червонец золот. They see me rolling, they hating, they all are hating, cause they all are walking. Gonna ride my bicycle, gonna ride my bicycle, gonna ride my bicycle. Как только народ откажется от моих услуг, я портфель под мышку и уйду. Блять. Сука, насколько же это актуально? Боже, блять. Кто так смонтировал? Что за боги, бля, монтировали? Что это за, блять, святой человек делал этот монтаж? Только народ откажется от моих услуг, я портфель под мышку и уйду. Бля, вообще просто идеально смонтировали. Что это такое? Слушайте, я явно не тем занимаюсь. Ай, как отменить перезарядку? Я сейчас Понял, вычеркиваю. Чуть было, блядь. Да, это, конечно, не Самара. Не выпуск. Ясно, Самара, блядь. Без тебя как без рук. Че за... А подскажите, пожалуйста, у вас написано, что выпечка с любовью, если я ее съем, у меня любовь появится? Нет, вы растолстеете. Блять, зато честно, куда еще один лайк въебенить? Кому-то, блять, или не доплатили, или премию не дали. Я не хочу! Прикинь, маркетологи такие сидят, говорят, блять. Так, а мы сейчас открываем свой бизнес, открываем. Что мы производим? Еду. И люди все едят. Так, производим еду. Слоган. Ешь, грабь, бухай, еби гусей, жди ответного гудка. Нет, слишком долго. Выпечка с любовью. Блять, думали, 100 лет думали, придумали. Потом просто продавщица говорит, нет, вы просто растолстеете. Все! Тысячи людей, миллионы затраченных денег, все. Вы все в говне, бля. Хуесть. Не надо. Открой ротик. Да я не буду, уйди. Тварь. Открой ротик. Блять, спустя. Это, короче... Слушайте, мне интересно, если я сейчас к бабульке своей приду, она... Так же будет. Ну, знаешь, типа, открой ротик, мой хороший. Это как бы в детстве. А сейчас как? По-взрослому? Бабушка, я не ем это. Я сейчас вот занимаюсь, я на диете. Открой рот, блядь. А ёпта, батон, блядь, с майонезом. Как чопик, блядь. Шо 20 тысяч? Нихуя себе! Вот это нормально. А если бы сейчас еще все нажали подписаться, я бы тут вообще, блядь, в обморок упал. Ребята, ёпта, ты вы ж моих... Ты, блядь, 21 тысяча человек, вы еще попробуйте, он побейте тот рекорд, 25 тысяч, побьете, я сейчас тут вообще тут... Ну, знаешь, тут сейчас, ага, и начнется здесь все. Так, все, тихо.
Спасибо за подписки, блять, спасибо! Ребят, вы на Телеграм подписывайтесь, чтобы всегда о стримах знать. Этот ебаный Ютуб, он не присылает никогда оповещения. А вы раз, подпишитесь. Hard Insight, у всех же телефоны есть. Давай, подписывайся. Там ни рекламы, ничего нет, там только оповещения о стримчиках. И промокодик, кстати, вот сейчас будет на мерчик. Да, вы самые первые узнаете, кстати. Сразу пакет с молоком, короче, вот сюда, об заборину. До свидания. Бля, чё ж я на речке слышал? Какой же трек какие-то, блядь, опять мокрощелки слушали? Чё-то там про целок. Бля, им, наверное, лет 12-13. Я с пиздюком гулял со своим, чё-то... И чё-то там... Чё-то... Я даже, если честно, я половину, во-первых, слов не понял, а только услышал слово чё-то целка, целка, белка. Хуй поймёшь, короче. Я так и ничего и не понял. Чё за кончелыжные треки слушают? Нет, ладно, еще я как-то более понимаю, там хоть какие-то слова понятны у Моргенштерна. Там вообще ничего не понял, блядь. Мимо прошли с бомбоксом. Целки. Белки. Блядь, с детской площадки дети такие. Чё, блядь? Ля. Ты чё здесь снимаешь, смотри. Ты меня снимаешь? Нет, нет. Блин. Ебать, уровень тверка просто, я не знаю, бог. Слушай, она не боится, что у нее штанины так засосет в это? Из-за синего лесочка, из далеких, из полей прилетает... What a man! Синего лесочка из далеких, из полей прилетает... What a man! Блять! Это еще не все! Вы видели, что вы вчера сделали? Бля, я ржал как конь, я прям вот в этот даже видос добавлю. Вы нахрена это, вот эти видеоролики делаете? Прям вот даже, может, не вырезайте. Бля, кто этот ролик сделал? Матвей! Ты конченый! Тебе что, заняться нечем? Блядь, лет на носу. Кстати, подписывайтесь на мою страничку ВКонтукте, вот, если что. А вы видели этот видос, нет? Блядь! Я обещал, я его покажу, пожалуйста. Вот, но это бан сразу, дурачку. Сразу, пожалуйста. Вот это что такое? Ёбаный рот! Ярю! Хай! Вот это, зачем вот это было сделано? Я встал. У меня встал. Вот это что такое, вот это вот? Где я? Бля, я так ржал. АСМР. Вам что, заняться не хочу пить. Ай, ну давай. Блядь! Да ты ж моя родненькая. Блядь, ну вот. Блядь! Я слежу за тобой. Я не понял. Ты что, я не пойму, быканул, что ли, на меня? Ты еще знаешь, что чувствуешь? Меня где-то кто-то наебывает. Вы меня заебали. Умоешь спать? Вот это, блядь, вот это что такое? У меня моя вчера увидела, блядь, как кони два ржали, сидели друг перед другом, блядь. Я говорю, что это такое, блядь? Сука, осудил. Пакость, а? Ба-ба-ра-пам. Ладно, еще один дурачок. Ясно все. Так, лайк поставил, ты тоже не забудь. Ролик попадет в тренды, будет очень круто. Спасибо.